Режим повышенной готовности введен в Чугуевском муниципальном округе. Соответствующее постановление подписал глава округа Роман Деменев. Несколько дней назад здесь бушевали пожары на площади около 40 гектаров в селах Булугофадеево и Верхняя Бреевка. Ранее особый противопожарный режим был введен в 22 муниципалитетах Приморья. За прошедшие сутки в крае зарегистрировали 16 природных пожаров общей площадью 555 гектаров. Как отмечает Министерство лесного хозяйства, на время действия противопожарного режима в округе запрещено находиться в лесах и проводить огнеопасные работы. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы для физических лиц в размере до 60 тысяч рублей и до 2 миллионов рублей для юридических. По поручению губернатора Олега Кожемяка в крае дополнительно ввели режим повышенной готовности. Сообщить о пожаре можно по единому номеру телефона 8 800 194 00.